Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. В 1991 году окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Сабинова. Курс Риммы Беляковой и Георгия Банникова. Переехав в Москву, работал в театре, на досках, Сергея Кургиняна и в театре на Покровке, Сергея Эрцибашава, работал диктором радиостанции, «Ностальжи», работал с 2000 годом, по 2010 год, в компании Тимура Бекмамбетова «Базилевес». С ноября 2014 года до сентября 2015 года вел публицистическую передачу «Теория заговора» на Первом канале, где с нового сезона его сменил Михаил Мамаев. Любит путешествовать, собирать грибы.